Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Volvo S40 установили головное устройство на базе Android. Вот так головное устройство выглядит в салоне. Здесь диагональ экрана 9 дюймов. Встает в верхнюю часть панели. Основная сложность заключалась в том, что здесь не предусмотрено место для установки данной магнитолы, и пришлось дорабатывать всю панель. То есть здесь вырезалось отверстие и устанавливалась переходная рамка и, собственно, сама магнитола. Работа достаточно сложная, долгая, но, как видите, мы справились, установили. Все выглядит максимально аккуратно, без щелей, зазоров, и достаточно крепко и надежно. То есть даже при езде по бездорожью никаких проблем не должно возникнуть. Данный планшет подключен к штатной магнитоле через AUX. Поэтому здесь на штатной магнитоле должен быть всегда выбран режим AUX. И все остальные функции уже можно регулировать с данного планшета. Работают кнопки на руле. Вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин, ЛДПР. Можно регулировать как здесь, так и здесь. Бардачок вывели дополнительные USB порты и слот под сим-карту для раздачи интернета. Также интернет раздать вы сможете со своего мобильного устройства. Здесь есть возможность подключить телефон по Bluetooth для громкой связи либо для прослушивания музыки. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Также здесь есть эквалайзер, вы сможете построить звук по своим предпочтениям. Также здесь уже предустановлены самые популярные приложения: интернет, телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, CarLink, это подключение Android Auto, либо CarPlay, Google Chrome, полноценный веб-браузер, YouTube. Все остальные вы сможете скачать в Google Play Market. Также здесь есть удобная функция разделения экрана. Можно одновременно запускать несколько приложений. Например, YouTube и Яндекс.Навигатор. И можно будет одновременно смотреть развлекательный контент. Например, вы сможете детям включить мультики, а сами смотреть за дорогой. Голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе также будет работать. FrontCam. Сейчас найду. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем на практически любой автомобиль, даже на такие сложные и нестандартные. Наши менеджеры подскажут все варианты и подберут лучший. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят оборудование. И есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!